Две недели назад был выявлен факт наличия поздневых процессов на территории 10-й станции. Следует отметить, что данные процессы связаны с неорганизованным сбросом поверхностного стока на кромку склона, а также с природными явлениями, такими как наличие осадков. Действительно, этот процесс никак не связан с тем, что ведется строительство велопешеходной эстакады, поскольку эти явления послужили причиной возникновения оползня и повлекли за собой его обрушение в связи с вымывом природного естественного материала, который связывает известняк и все остальные явления. И, соответственно, повлекло сползание грунта на данной территории. На сегодняшний день мы следим за данной ситуацией, контролируем ее. И на сегодняшний день также в наличии есть заинтересованный собственник участка, который расположен ниже на кромке склона, и который готов выполнить мероприятие по укреплению данной территории с устройством подпорной стенки на буронабивных сваях. Сегодня все данному собственнику необходимо связаться с собственником, который расположен выше, то есть является владельцем данного строения, которое свисает на кромке, решить организационные вопросы, и в принципе они готовы будут приступать к этим работам.